Сегодня мы готовим яблочный пирожок в стиле Макдональдса. В порезанные зеленые яблоки добавляем коричневый сахар, корицу и мускатный орех. И готовим 10 минут на среднем огне. Слоеное тесто режем на полоски и смачиваем края водой. Выкладываем остывшие яблоки, делаем конверт и прижимаем края вилкой. Масло разогреваем до 180 градусов и жарим пирожки 2-3 минуты. Затем пирожки выкладываем на бумажное полотенце на несколько минут.